Краевой диагностический центр сегодня отмечает юбилей. Одному из ведущих медицинских учреждений региона 25 лет. Ежедневно специалисты центра принимают более 2000 пациентов. В год это почти 300 тысяч человек. В диагностическом можно пройти обследование и сдать анализы, которые не могут сделать в большинстве лечебных учреждений края. А все процедуры проводятся на современном оборудовании. Главная задача диагностического центра – консультация и обследование, в том числе сложных больных.